экс-спикер, назвал Армению турецким вилайетом и заявил, что армяне не хотят так жить. Как передает Азия Ас со ссылкой на армянские СМИ, бывший спикер армянского заксобрания Эдуард Шармазанов прокомментировал происходящие в Армении общественно-политические процессы. По его словам, происходящие события являются борьбой между любовью к родине и любовью к креслу. Никол любит свое кресло, а вышедшие на борьбу – родину. Он посчитал одним из достижений общенародной борьбы то, что у Никола Пашиняна больше нет власти в Армении. «Мы констатируем через месяц после борьбы, что Никол Пашинян не может выйти в народ. Он скрывается за полицейскими щитами. Он не существует как руководитель государства. Он живет, скрываясь», – сказал Эдуард Шармазанов. Шармазанов подчеркивает, что армян поставили на колени перед турками, и азербайджанцами сломали и унизили. «Армянский народ должен выбрать, хочет ли он жить в такой нагнутой позе перед турками. Люди – хозяева своей страны и не хотят жить в турецком вилайете под властью Никола и николизма», – подытожил Эдуард Шармазанов. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.